Всем привет, друзья! Я приехала со школы, и сегодня я буду оставаться у своей подруги на ночевку, но не просто потому, что я поеду на ночевку, а потому, что ее мама день рождения. Наши родители очень хорошо дружат, и она пригласила меня не только в гости, но и с ночевкой. Делом я буду делать уроки, затем соберу вещи, которые мне пригодятся. Я на следующее утро как встану. Я пойду вместе со своей подругой на танцы. У меня еще одна подруга, с которой я вместе на танцы хожу, живет в этом же доме. Поэтому мы с ней вместе пойдем. Я положу свои вещи в портфель для танцев. И поскольку я не беру уже туда грузы, там всякие очень-очень тяжелые вещи не беру туда, оставила их на танцах. Поэтому мне для вещей будет достаточно места. Я поеду вот в этих вот штанах и одену вот эту толстовку. И возьму спортивный костюм вот этот. Потому что я на следующее утро поеду на танцы, пойду. Мне будет удобнее идти в спортивном костюме. Вот. И еще возьму с собой футболку. И решила единственное, что я надену под толстовку. Либо вот эту футболку полосатую. Она типа, она, видите, она короче. Вот этой вот. Вот. Либо вот эту белую с пальчиками. Я не знаю, какую мне надеть. Сейчас буду мерить с этими штанами. Оделась и быстренько, так знаете, чичичик сложила все вещи уже. Я на ушке держать. Я пообедала, и теперь ем морожка. Фильм странно идет. Усядер. Я жду папу, и мы поедем уже на тренировку. Вот, мы пришли домой. Я пришла домой с тренировки к подружке. Вот. Мы тут сидим. Пердим. В общем, мы покушали. Все шикарно. Все свои планы я ставила на вечер, чтобы прям по полной отдохнуть сегодня. Посмотрите, какой здесь вид. Здесь безумно холодно пока что. Да. Набирается намного лучше вид, а тут классно. Ой, тут очень просто. Просто сейчас я включу. Посмотрите, вот здесь вот еще как бы такое обычно. А вот если туда... Да, когда закат вообще очень красиво, потому что север, юг, запад, потому что закат с той стороны. Ну, мы знаем, что ты знаешь географию, но не надо помнить. Знаешь, чтобы понять, где что, нужно сначала вспомнить, где что. Мы сейчас будем снимать видео, у нас вот такая великая конструкция просто. Подсказка того, что мы будем снимать. Но, кстати, нужно не забывать, что мне завтра нужно ехать на тренировку. Да. И в 11 я уже должна отсюда выйти. Да. Пешком пойду. Да просто, чтобы мне успеть собраться, мне нужно просыпаться за час. Ну да. Играем в прятки. Он сейчас спрятался, меня это... По счету еще где-то. Прятался тут. Все, идем искать Алину. Мама, там что-то тихо, куда-то. Так, здесь нет. Мне кажется, она там. Где ваши мозги, да? Катайся, мне нравится. Серега, а почему мы не едем?
пожаловались и так, заткнитесь вы, Санта-Барбара, чёрт. Чёрт сказал. Так вот, нас сожаловались, мы пришли в комнату, Серёнь, не лей в кадр, это неприлично. Сейчас мы будем втихаря кататься у Алины в комнате, пока не будем. Мы готовимся уже ко сну. Вот такой кремик мило лежит. Посмотрите, какую я оригинальную кулю. Что-то посмотрите, что у нас на водке. Чего-чего, сейчас мы туда сочём. Нет. Никак нет. Ой, тебе прям... Спасибо. Такая ёбка. Да-да-да. Ну вот так. У тебя сейчас он растечётся. Найдем по вкусу, как чёрный чай после вкуса сока. Ничего обычного. Ну, здесь... Я думала, будет вкуснее. Думала, будет сок. Может, сок надо больше добавить? Потому что прям чисто чёрный чай ощущается. Ну, как с водичком. Даш. Мы с тобой разные люди. Нет, это просто не у меня один раз подруга в кафе смешала, просто намешала бурду какую-то, не знаю, из еды. Она смешала там капусту, соль, пирожок раскромсала. Сделала это, что ли? Нет, она попробовала, залила чаем, попробовала, и просто это было ужасно. Это как ты могла это есть? Нет, это человек. Не могу что-то с этим. Я хрю-хрю, но не могу что-то назвать одинаково. Звук поезда просто. Звук поезда. Угу. Это поезда года 14 ездила. Реально? Ты по мне не слушай. Я хочу медаль. Вставай. А я думала, это для завтрашней кашки. Какашки. Ты прям чуть-чуть. У нас пакетики, знаешь? Слышь? Что-то прям водный. Нет. Вместе с тобой. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Тихо, чуть-чуть. Я ничего не достану. Прям капелька на капельку. Будь здорова. А ты в курсе, что ты снимаешь на таймлапс? Пока ты хотела. А что в редакторе ускорить нельзя? Не так много. Ты что, тут у тебя тут звука не будет видно, а в редакторе будет звук. А чем? А как он будет? Всё? Чё она жжёт? Мерзкий какой-то. Сольки другие. Давай себе чай соли. В чай соли. Я что-то добавила сюда. И такая. Это, блин, немножко добавила. И потом такая. Ну да, оригинально на кожурку. Короче, друзья, мы уже пришли. И сейчас будем ложиться спать. Мотор. Тут у нас дама собирается. Супер классно. Твои ощущения за этот день? Я устала. Я тоже. Я уже как Марина старалась. А завтра нам достаточно рано вставать надо, потому что мне на тренировку. Чё ты сделала? Я включила канал. Этот, YouTube включай. А, ну хочешь, даже мы посмотрим. У нас такая просто Яна Зелёненькая. Как тебя зовут? Алина. Фиолетовый. Вот, и постельку у нас фиолетовая. Такая укрывалка. В общем, друзьяшки, всем пока-пока. Спокойной ночи.